Всем привет, с вами Евгений Немов, я музыкальный мастер. Адрес мастерской внизу в описании к этому ролику. В общем, продолжаю делать большую гитару. Ну, в общем, я уже клею деку верхнюю. Вот она. Хотел показать, как производится сушка. Ну, шкафа у меня специального нет для сушки. Я вот так вот нашел такой выход. Вот пакет сверху. Вот гитара в ЦУЛАГе зажата, вот, и на склейку поставлена дека, вот, пакет сверху, прямо на струбцина он натягивается, чтобы не скользил, и сверху такое одеялко, вот, и на сквозняк там продувает с этим вентилятором, вот, вентилятор самый обыкновенный такой вот. Не на максимум, но, в общем, на первой скорости, так скажем. Вот он дует отсюда, идет теплый такой воздух, идет, продувает хорошо. В общем, я думаю, что это хороший метод такой. Вот клею на Tight Bond. Вот, зеленый. И это самое. Ну, в общем, вот так. Пружины клеил на мездру. Систему потом покажу, может быть. У меня система там пружин. Получается шерсть и плюс еще две продольные пружины. Тоненькие прям продольные висячие пружины пущены. И прям на них сделаны это поперечные. Ну все. Всем пока. Ну да, не подумайте, не бойтесь, я не стал гитару поливать мочой там и экспериментировать. Все нормально, то есть делаем, так сказать, как учили.